Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу один маленький прием, на идею которого меня натолкнул автор вот этого вот видео. Посмотрите сами. Он называет свой манекен ультимативным деревянным манекеном. Я, честно говоря, не знаю, сколько там лап, но они у него передвигаются. И он у него стоит на оси, то есть он крутится вокруг себя. И, в принципе, штука интересная, но по моим возможностям я себе такое ни купить, ни сделать, увы, не могу. Единственное, что я подумал сделать, взяв из его варианта манекена некоторые нюансы, не с ближней дистанции работать против противника, потому что так не всегда хорошо можно показать то, что ты, к примеру, объясняешь, или не всегда можно это отработать, потому что манекен — это манекен, а живой партнер — это живой партнер. Я взял вот такие вот лапки, такие вот, и просто-напросто надел их на эти деревянные лапы манекена. Для чего? Для того, чтобы отрабатывать точно так же, если у вас нет партнера, блок, сбив руки, переход на удержание, нанесение контратакующего удара. Если мы это делаем с лапками манекена, когда он у нас вот в таком вот состоянии с короткими лапками, то, естественно, у нас обе руки уходят смазанно, им у нас не всегда получается четко не то что сделать, четко воспринять то, что мы хотим отработать. Поэтому просто-напросто надеваем такую вот трубку и работаем. Сбил, увел, удар, сбил, увел, удар. Точно так же можно и в обратную сторону работать. Ушел, нанес удар. Когда вас бьют со стороны, просто-напросто уходите и с дальней дистанции наносите свой удар. В принципе, идея хорошая у мужика. Респект ему за то, что он себе такой манекен придумал. Но я, исходя из моих возможностей, исходя из тех материалов, которыми я располагаю, сделал себе вот такое вот. Ну и, в принципе, работает неплохо. Должен вам признаться, работает неплохо. Так что импровизируйте, придумывайте, добавляйте что-то свое. Может быть, оно будет лучше, может быть, оно будет действительно эффективнее по сравнению с тем, что нам, к примеру, показывают чисто в стандартных формах, в традиционных формах, и оно не всегда работает. Если мы будем базовую технику обогащать эффективными приемами и комбинациями из других стилей, то, естественно, эта базовая техника станет более многогранной и более эффективной. Всем удачи, пока!